Итак, ребят, мы должны с вами понять, когда, что получается, когда смешиваются главные цвета. Мы с вами решили, что главные цвета это как, какие? Красный, синий, желтый. Красный, синий, желтый. Это будут называться первичные цвета, то есть первые. Вторичные цвета мы получаем из первичных. Например, каких? Желтый, синий. Желтый, синий, Маша, что получится? Зеленый. Красный, синий, фиолетовый. Кто еще знает что-то, кроме Маши? Сейчас. Красный и зеленый будет коричневый. Верно, правильно ты говоришь. Красный плюс желтый будет оранжевый. Арана, давайте проверим? Да, давайте. Эксперимент. Итак, каждый наливает в молочко по 3-4, ну давайте по 3 капельки главного цвета. Всего 2 цвета. Кто-то выбирает синий с красным, кто-то выбирает желтый с красным. Два цвета, три не смешиваем. По кругу передаем. Передаем. Сидите, вы что, сидите у меня? Может, у кого желтый? Передаем друг дружке. Кому хочет получить другой цвет? Так, два цвета, по 3 капельки. Чтобы хватило всем. Подожди, подожди. Вот. Палочку мыла, ставим в серединку и получаем вторичный цвет. У кого что получается, говорите? Мне розовый. Зеленый. А посмотри, какие оттенки получились. Если ты добавляешь больше желтого, получается салатовый. Если ты добавляешь больше синего, получается цвет морской волны. Старосинский. О, а ты 3 цвета решил добавить, да, сразу поиграть? Супермен. Я Танюш, передвинь палочку. Движение какое-то. Что получается, когда вы добавляете третий цвет? Оно смешивается. А знаете почему? Грязный. Почему? Потому что здесь мы будем считать, что у нас все 7 цветов. Больше 3 цветов смешивать нельзя. А то как оно получится? Получится грязь, да. Поэтому, когда вы на палитре или на свою картину хотите перенести какой-то цвет, водичка должна быть чистая. Я решила. Наигрались? Нет. У меня все получилось. Знаете, там было.